Мы обращаемся к аргеевцам, обращаемся к жителям района Аргеева, к кишиневцам и всем жителям Республики Молдова. Сегодня нам нужна ваша поддержка. Сегодня мы боремся за демократию, мы боремся за право на достойную жизнь. Мы боремся за право на выбор достойных политиков, честных политиков, которые не врут, которые работают в интересах людей и работают для людей. Приходите на нашу мирную акцию сегодня в 14:00 к зданию Высшей судебной палаты. Спасибо.